This year would have marked Durdi Bayramov's 80th birthday. In honor of this anniversary, the Durdi Bayramov Art Foundation begins a new video series dedicated to the memory of the artist. Over the last few years, we collected interviews with Bayramov's friends, colleagues, and contemporaries. Each episode will feature one of the cultural figures that he painted over his long, prolific career. Welcome to the Faces of Turkmenistan. Был Туркмени такой удивительный художник. Для него слово художник – это синоним человеческого совершенства, нравственного в первую очередь. В историю он вошел как крупный художник и человек большой души. Дурды очень мощный художник и невероятно теплый художник. Но он создавал какой-то вот свой мир вокруг себя, который я называю галактикой Байрамова. The biggest star in Bayramov's galaxy was always his homeland. His biggest influence and inspiration was his beloved Turkmenistan. Воспитала его страна, родина, все время считая себя в долгу перед родиной. Он является и чувствует слугой своего народа. Он оставил эпоху той Туркмении, которой уже нет. Это же большая пропаганда. Что такое Туркменистан? His love of Turkmenistan is especially tangible in his portraits. The men and women featured in them played an important role in the development of his homeland. They composed the vibrant tapestry of Turkmen cultural legacy. То, что создал Туркменистан в портретах. Там очень выдающиеся люди. Без его картин они бы потеряли. И о каждом портрете можно сделать самостоятельную передачу или снять отдельный фильм. А самое главное, всегда старался передать вот психологический человек, его настрой, его состояние душевное. Это у него действительно получалось. Я считаю, что он на портретах изображал не просто человека, а он изображал душу человека. Настоящий художник, он ловит не только его вот лицо, внешность, а его мысли. Знаете, я был поражен тем, что он увидел во мне настоящего меня. Это не картина, а образ человека. И через его творчество будут видеть лица нашей эпохи, туркменской, которые интеллигенция. Они будут эти образы видеть. Это не просто портрет, а история страны, история туркменского народа получается. Ведь его все портреты, они все говорят, они живые. Я думаю, что это единственный художник нашего союза, который так очень углубленно и целенаправленно работал над портретом. Даже Мачальский сказал: «Дурды, ты портретист». You will learn about his world, have a glimpse into Bayramov's galaxy. Как художник уникальный, как мыслитель уникальный. Он всесторонне развитый человек. По любому вопросу можно было к нему обратиться, и у него обязательно своя точка зрения. Это был человек очень большой внутренней культуры и большой внутренней свободы. Он был, конечно, бесконечно предан в любви к людям. Он был доверчив, как дитя, как ребенок. Вот такой был у нас Дурды Байрамов. Сейчас его очень не хватает. His optimism, joyfulness, and smile are missed every day. Он всю жизнь любил смеяться. Вот как бы жизнь его ни била, смеялся. У него всегда была фирменная, как называли его дети, байрамовская улыбка. Вот увидим эту его улыбку добрую, пообщаешься с ним, как-то все уходит, все неприятности забываются. Мне стоило только вспомнить его улыбающееся лицо. У меня всегда поднималось настроение. Его улыбка
светлая, так она вот притягивает тебя. His love for people, his kindness and compassion for fellow men are remembered with reverence and awe. Это может только великий наставник сказать. Никогда не говорите плохого, которого нет рядом. Мне кажется, вот это и есть его портрет. Вот у Дурды не было врагов. Это абсолютно точно не было врагов. Вот я совершенно не знаю, чтобы его кто-то ненавидел. До такой степени он был, из него вот это добро просто выливалось совершенно. Философия по жизни у него была. Делать людям добро. Дурды не завидовал никому. Это был удивительно добрый и красивый человек. Байрамов was known for his generosity and selflessness. И что интересно, он ни одной картины не продал. Но деньги для него никогда ничего не значили. Поэтому у него более 2500 картин сохранилось. Все то, что рисовал, оставил своему народу. Он свою миссию выполнил. You will have a chance to learn about Durdi Bayramov's unique artistry. Его жизнь – это его искусство. Что творчество Дурды Байрамова – это оптимистическая песня. Его картины, конечно, будут вдохновлять и молодежь нашу. 20 век – это век Дурды Байрамова. His mission was to reveal to people the beauty of this world. He left behind a galaxy, whose stars will shine eternally. Человеческая жизнь кратка, а искусство вечно. Дурды – он вечный. Вечные звезды на небе никогда не гаснут. Вот сейчас его нет, а его место есть. Его живопись – это просто доказательство того, что жизнь бесконечна.